На шымкентском предприятии, открытом в начале прошлого года, выпускают консервированную тушенку из говядины и конины, а также консервированные рисовые и перловые каши. Технологию выпуска продукции, пользующейся большим спросом среди покупателей, внедрил переехавший в Казахстан из Монголии наш соотечественник Жанибек Канатхан. Стоматолог по специальности, теперь он осваивает профессию технолога. Старания принесли свои плоды. И результат не заставил себя ждать. Сегодня предприятие выпускает около 8 наименований тушенки. Вот тушенка из говядины, консервированные рисовые и перловые каши. А также из отходов мы выпускаем тушенки для собак и кошек. На предприятии заняты постоянной работой около 100 человек. Чтобы оно работало бесперебойно, 30-летний предприниматель продумал все – от поставки сырья до реализации. Экологически чистое мясо на предприятие поступает из хозяйства Турибек Тулебийского района. Сейчас на производстве выпускают консервы из конины. Наша гордость – тушенка из конины. Они пользуются большим спросом у южан. Технологический процесс изготовления консервов из конины занимает дольше времени. Сами видите, козы вялятся. Необходимо сохранить температурный режим и срок сушки 21 день. Затем по 200-220 грамм их помещаем в консервные банки, закатываем и тушим. Предприятие в сутки выпускает около 5000 банок тушенки. На продукцию заявки поступает со всех областей Казахстана. Тушенка из говядины экспортируется в Узбекистан. Сейчас прорабатывается вопрос поставки отечественной продукции в Россию. Предприниматель на достигнутом не собирается останавливаться. Чтобы снизить себестоимость тушенки, он планирует открыть откормочную площадку, а в будущем еще и самостоятельно выпускать упаковку. Для реализации этих проектов необходимо финансирование. Жанибек уверен, всего можно достигнуть упорным трудом.